Полис Ресурс Владимир Мацул. Руководитель информационно-аналитического отдела проекта двигателей Дуюнова Александр Сударев. Друзья, подходите, пожалуйста. Да-да-да, Петр, подходи сюда. Александр, давайте здесь к микрофону. Александр, пожалуйста, первому вам слово. Александр Семенов, друзья. Человек, благодаря которому всему этому мы все вместе здесь. Пожалуйста, Саша. Всем добрый день. Ребят, я поздравляю с большим праздником, потому что такие праздники становятся не только неожиданными, но и просто крайне редкими. Спасибо огромное этому стадиону, который собрал весь не только нас, но и других хороших маленьких детей, там, больших детей на разных машинах. Я думаю, что за техническими видами спорта, конечно, будущее. И за электроспортивным электротранспортом то же самое. Я поздравляю всех и надеюсь, что у нас будет еще неоднократно такие встречи, будем соревноваться. А так, с почином, на старт, внимание, марш! Спасибо! Владимир Масук, директор компании «Мегаполис Ресурс». Владимир, пожалуйста, вам слово. Очень приятно видеть все вот это электрическое движущееся, потому что у меня, видите, специфический взгляд на жизнь, как это там, патологоанатом. Я вижу все эти батарейки уже вскрытыми, вот, так что куда бы вы ни ехали, приедете к нам. А пока длинного пробега, здоровья и безопасных трасс. Спасибо, Владимир. Директор компании «Вольфраша» Петр Выбя. Всем привет, ребята. Скейтеры приветствуют самокатчиков, колесников. А я рад, что мы проводим первые соревнования по электроскейту в России. А вообще первые, всегда классно делать что-то первыми. А если что-то будет не получаться, вы уж нас простите, организаторов, но я думаю, все получится. И самое главное, банальные слова, не победа, а участие, все получайте удовольствие. Спасибо. Спасибо огромное. Ну что же, друзья, А сейчас я прошу нашу замечательную русскую колесницу, пожалуйста, выезжайте на трассу. И сейчас, друзья, вместе с этой русской колесницей, пожалуйста, выезжай на трассу. Друзья, мы сейчас все вместе поедем друг за другом с вами. Русская колесница, жду вас, Андрей. Андрей, пожалуйста, выезжайте, мы ждем вас, друзья. И сейчас все вместе за этой колесницей с музыкой, с калинкой мы проедемся по нашей трассе. Пожалуйста, выезжайте. Сейчас поедем вместе. Всем транспорт. Выезжаем вот сюда, Андрей. Жду вас здесь. Я здесь. Смотрим на меня. Андрей. Я здесь. И за колесницей вместе все ребята. Скейтеры, водоколесники. Вся движуха, все вместе. Итак, друзья, если меня видно, я поднимаю руки, друзья. Все вместе. Сейчас под музыку. Все готовы? Поехали все вместе.